С 22 года жильцы дома по улице Котина с коммунальными проблемами один на один. Управляйка отказалась от проблемного объекта. А ведь впереди морозы. Но стучать зубами челябинцам не придется. На помощь придут организации аварийного прикрытия. Мы находимся в элеваторном узле Котина 23. Производим запуск отопления внутренней системы. Скрываем обратку, заполняем дом. Открываем подачу. Собственники, которые оказались брошены накануне отопительного сезона, могут заключить договор с другой компанией. Перечень услуг индивидуальный, но вот подача к теплу является обязательной. Опрессовывали, промывали системы, где это возможно было. Мы не только включили отопление, но мы в течение всего отопительного периода, да, то есть следим за отоплением, чтобы коммуникации были в целостности там и так далее, да, ну, чтобы люди, например, в морозы не остались без тепла. Можно обратиться и напрямую в управление ЖКХ города. Каждый дом без управления ставят на учет. На данный момент в Челябинске их порядка сотни. Та управляющая компания, которая ранее обслуживала этот дом, обязана его запустить. С ней ведется работа. Если она не запускает, конечно, мы прорабатываем данный вопрос с управляющими компаниями, которые лояльны к администрации города Челябинска. В настоящий момент из 6400 домов к теплоносителю подключены 4500. По социальным учреждениям эта цифра достигает 90%. Остальным закаляться тоже осталось недолго. Тепло во все дома поступит до середины следующей недели. Наталья Петрухина, Сергей Олейник, 31 канал.